Мясо сломала, но это мне будут доращивать. Вот я в пятницу как раз-таки еду на маникюр. Угу. Точно. Лилу! Сколько можно облизываться, объясни мне. Итак, вот баулы, это мешки мусора. Вот вся комната в баулах. Ну и вот, в общем-то. Вроде как я собрала все. Даже ванну, всю свою косметику, кухню, короче, все. Только остался чайник и телевизор, но это я буду завтра делать. А на сегодня все. Я считаю, прям с кайфом сегодня вечерочек у меня. Обожаю красную рыбу. Ну, а тут сами догадайтесь, что. Я тут в Сибири топчу в новеньких угах. Как раз они прям в цвет. Доброе утро, добрый день. Короче, я конкретно выбилась с режима. Если в Москве я вставала там в 9 утра, то здесь я встаю ближе к 12. И это для меня очень сложно. Сегодня встала в 10:30. Вот и сижу сейчас уже почти 12. Я все сижу. У! Вау! Какие классные фильтры! Вот, а я сижу, короче, пью кофеец. И не могу в себя прийти. Как мне понравился этот фильтр. В общем, сегодня у меня будут дружеские посиделки с подружкой. Дома. Ну там, коньячок, там все дела. Надо же со всеми увидеться, со всеми переболтать. Ну, вы поняли. Смотрите, бабочка опять вылезла. Она вылазит, кушает, потом опять куда-то прячется. Как она называется? Или монарх? Уйди от меня. Подписчики соскучились. Да, ничего. Они меня не соскучились. Прожуй, потом говори. Не-а. Что на голове вообще за ситуация? Кажется, Миша дорос до того возраста, когда он делает селфи. Миша, почему? Что с лицом? Прикол. Короче, нарушаю закон по полной. У нас нынче в подъездах курить нельзя. И я выхожу курить на улицу. Но на улице, простите, минус 20. Поэтому я без палева курю в подъезде.
Короче, Марсик, это вам не Лилуха. Песни не канают. Что? Что случилось? А! И что? И что? И что у нас случилось? А? Кто там?